В прошлом выпуске про Смоленское православное кладбище мы рассматривали надгробия, которые выделяются своим внешним видом. Это были произведения искусства, мемориальные пластики. Как я обещал, делаю второй выпуск и здесь рассказываю про самые известные могилы Смоленского православного кладбища. Этот ролик я советую обязательно посмотреть тем, кто собирается посетить Санкт-Петербург и добраться до часовни Ксении Блаженной. Смоленское православное кладбище довольно крупное. На нем очень много могил, которые принадлежат известным личностям. Здесь покоятся люди искусства, святые, дворяне, военные. Увы, но кладбище имеет тяжелую историю. Многие захоронения не сохранились до наших дней по разным причинам. Наводнение, вандализм, намеренное уничтожение кладбища. В данном выпуске я не ставлю цель рассказать обо всех известных личностях, похороненных здесь. Самые легендарные могилы сосредоточены в районе часовни Ксении Блаженной, которой большинство совершает свои паломничества. Поэтому и мы сосредоточимся в этой местности. Захоронение няни Пушкина. При входе на кладбище мы видим мемориальную доску, на которой написано, что на этом кладбище покоится няня Пушкина Арина Родионовна. Умерла в 1828 году, но найти ее могилу сегодня не представляется возможным. Точное местонахождение могилы не установлено. До 1940 года считалось, что Арина Родионовна покоится на Большеохтинском кладбище, про которое обязательно выйдет ролик на канале. Однако библиограф Ульянский доказал, что похоронили Арину Родионовну именно на Смоленском православном кладбище. Слово «доказал» можно взять в кавычки, ведь информация Ульянского подвергалась критике, поэтому сегодня нет точных данных, где похоронена няня Пушкина. Существуют слухи, что якобы люди натыкались на старое надгробие, на котором можно было с трудом прочитать «Арина Родионовна», но это опять же слух. Могила поэта Тараса Шевченко. Недалеко от входа, прямо напротив Смоленской церкви, на Петроградской дорожке, можно заметить надгробный камень, на котором написано, что здесь 12 марта 1861 года было первое захоронение великого поэта Тараса Шевченко. Гроб с прахом Шевченко спустя 58 дней после захоронения был перевезен на Украину. По завещанию поэта его перезахоронили на Чернечьей горе. Тарас Григорьевич Шевченко широко чтится на Украине. Поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель, хотя главным его призванием стала поэзия. Центральную роль в литературном наследии поэта играет сборник поэтических произведений «Кобзарь». Этот же камень можно считать кенотафом. Могила писателя Федора Сологуба. Идем дальше по Петроградской дорожке. И совсем рядом, слева, находится еще одна известная могила. Однако ее не просто увидеть. Ориентиром может служить небольшая ступенька на высокий поребрик, на котором располагаются две надгробные плиты и крест. Здесь похоронен русский писатель, поэт, драматург, публицист Федор Сологуб. Настоящее имя – Федор Кузьмич Тетерников. Ему принадлежит эта мраморная плита. Сегодня могила входит в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального общероссийского значения.
Федор Сологуб, помимо своей писательской стези, активно вел педагогическую деятельность и занимался переводами. Его творчество восходит к декадансу и русскому символизму. В нем много неординарности и мистики. Язык его поэзии утонченный и совершенный. Как писал Лев Шестов, стихи его полны таинственной и захватывающей мелодии. Среди самых известных произведений Федора Сологуба – роман «Мелкий бес». Рядом покоится его супруга Анастасия Чеботаревская, которая также была писательницей и переводчицей. Они были в браке 19 лет, однако из-за тяжелого психического состояния она покончила жизнь самоубийством. «Мой прах истлеет понемногу, истлеет он в сырой земле, а я меж звезд найду дорогу к иной стране, к моей Ойле. Я все земное позабуду, и там я буду не чужой, доверяюсь я иному чуду, как обычайности земной». Стихотворение Федора Сологуба, 22 сентября 1898 года. Могила поэта Виктора Кривулина. Спускаемся обратно на Петроградскую дорожку, и справа находится еще одна могила известного поэта. Ориентиром может служить этот бескрылый ангел, который очень часто попадает на фотографии Смоленского православного кладбища и стал уже культовым, но о нем позже. Этот надгробный памятник, состоящий из нескольких глыб с высеченным крестом, принадлежит русскому поэту, прозаику Виктору Борисовичу Кривулину. Умер в 2001 году. Виктора называют поэтом русского ренессанса. Ему, как и многим поэтам, работающим в такое сложное время, можно сказать, в темное десятилетие 1970-х, было нелегко. Поэты в то время были похожи на партизанов, которые пытались хоть как-то восстановить ту культурную и духовную связь, которая была прервана в 1917-м. Кривулин сумел протянуть ту нить спасения петербургской поэтической традиции. Все омрачалось и здоровьем поэта. Он был болен полиомиелитом, многие годы провел в больницах. Впрочем, похожая судьба настигла многих других людей искусства в те годы. Иногда художников, поэтов и музыкантов в те годы, особенно в Петербурге, было трудно отличить от бомжей. На Смоленском православном кладбище похоронен и друг Виктора Кривулина, Василий Филиппов. Я являюсь большим фанатом его поэзии. Увы, его могилу я не смог найти. Василий вообще провел большую часть жизни в психиатрической больнице. Там и умер. Легендарный коленопреклоненный ангел. На Петроградской дорожке справа трудно не заметить крупную скульптуру коленопреклоненного ангела. Увы, но сегодня очень трудно определить, кому принадлежит это надгробие. Однако на постаменте можно увидеть высеченную фамилию Бродский. Скорее всего, это фамилия довольно известного польского скульптора, который учился и работал в Петербурге примерно до 1860-х, Виктора Петровича Бродского. Среди его работ – мраморная статуя, зефир, качающийся на ветке, находится в Эрмитаже. Также мраморный камелек с группой из трех мальчиков и орнаментами в стиле Чинквичента также находится в Эрмитаже. Он работал и с мемориальной пластикой. Ему принадлежит работа над скульптурной композицией надгробия Лауры Пшездецкой. Сейчас надгробие находится в соборе святых апостолов Петра и Павла в Каменце-Подольском, Украина. Кто же здесь может быть похоронен? Скорее всего, кто-то из членов семьи Аргамаковых. Рядом находятся постаменты с утраченными завершениями. На некоторых можно прочитать надписи. Здесь покоится Аргамаков Илья Исаевич. Скончался в 1897 году. Он был капитаном 1-го кадетского корпуса. У скульптуры ангела были крылья, но их уже давно нет. Этот ангел стал достопримечательностью Смоленского православного кладбища. Thank you.
могила Ольги Корсаковой. Если пройти чуть дальше, по Петроградской дорожке, слева будет хорошо видна большая гранитная стенка с барельефным портретом, перед которой располагается саркофаг. Это надгробие принадлежит Ольге Ивановне Корсаковой, урожденной Билибиной. Умерла в 1919 году. В 1980-м могила перенесена с участка у Воскресенской церкви. Я не знаю ничего про Ольгу Ивановну, за исключением того, что она может принадлежать к роду Билибиных, которые покоятся рядом со Смоленской церковью. Мы рассматривали этот жертвенник в прошлом выпуске. Она, как я понял, была женой преподавателя государственного права Политехнического института Федора Ивановича Корсакова. Он также преподавал в Тарту и активно публиковался в эстонской прессе. Здесь привлекает внимание эпитафия на французском, высеченная на гранитной стенке. С горем пополам я ее расшифровал. Выяснилось, что это строки французского поэта 17 века Франсуа де Малерба из его одного из лучших стихотворений философских станцев под названием «Утешение господину Дюперье на кончину его дочери». Вот так выглядят эти строки в оригинале. Любопытно, что я нашел всего один литературный перевод, и то он мне показался довольно скромным. То есть, какие были времена, когда русские люди свободно владели языками, в частности французским, и не надо было задумываться над переводом, все было прекрасно понятно. Перевод выглядит так. Увы, все лучшее испепеляет гроза, куда ни посмотрю, и роза нежная жила, не дольше розы, всего одну зарю. Дорогие друзья, те, кто свободно владеет французским и может более-менее литературно перевести это четверостишье, буду вам очень признателен. Пишите свои версии перевода в комментариях. Могила Евгения Третьякова. Итак, мы находимся недалеко от Блоковской дорожки, которая уходит влево от Петроградской. Ее легко не заметить, поэтому ориентиром может служить надгробие Ольги Корсаковой. В нескольких шагах за ним нужно не пропустить поворот на узкую дорожку. Здесь располагается могила инженера чулочно-трикотажной фабрики «Красное знамя» Евгения Александровича Третьякова. Умер в 1927 году. Это захоронение привлекает внимание высокой бетонной стелы в духе конструктивизма. Могила Александра Блока. Как вы поняли, название дорожки Блоковская не случайное. Идем далее, и здесь располагается первое место захоронения великого русского поэта Александра Александровича Блока. Здесь также похоронены семьи Бекетовых и Качаловых, включая бабушку поэта Ариадну Александровну. Вот строки Анны Ахматовой. А смоленская нынче именинница, синий ладан над травой стелется, и струится пение панихидное, не печальное нынче, а светлое. Принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице, на руках во гробе серебряном, наше солнце в муке погасшее, Александра лебедя чистого. Это место было разорено. Раньше прямо на могиле рос легендарный бекетовский клен. Сейчас и его нет. Лишь легкое напоминание о блоке в виде небольшой плиты и креста. Рядом сохранился постамент с крестом. Я не рассмотрел, кто там покоится, но предположу, что это надгробие тетки поэта Екатерины Андреевны Красновой. Умерла в 1892 году. В связи с угрозой исчезновения в 1944 году прах Блока перезахоронили на литераторских мостках. Вот так выглядит его могила там. О литераторских мостках я обязательно сделаю ролик. Материал уже отснят, так что подписывайтесь на канал. Не забывайте.
захоронение 40 мучеников. Идем дальше по небольшой блоковской дорожке, и справа находится небольшое углубление, где среди мрачноватых деревьев располагается множество простых крестов. Местность здесь хорошо вытоптана, часто горят свечи, лежат свежие цветы. Здесь находится такая вот невзрачная могилка, с которой связана страшная легенда. На это место в начале 1920-х привезли несколько священников. Им велели отречься от веры, либо ложиться живыми в могилу. Отрекаться они не стали, и их похоронили заживо. Говорят, что эта легенда связана скорее с преследованием священнослужителей во времена борьбы с религиозными предрассудками. Верующие люди считают, что здесь также похоронен муж Ксении Блаженной. Могила находится в большой ограде, два креста без имен и фамилий. Перед могилой 40 мучеников находится крест, где написано, что здесь покоится блаженная Ирина. Это также почитаемая верующими могилка. Об Ирине мало что известно. Говорят, она была духовницей Ксении Блаженной и жила в ее времена. Рядом располагается небольшая могилка, которая пользуется у верующих людей особой популярностью. Судя по надписи на кресте, здесь покоится блаженная Анна Ивановна Лашкина. По легенде, Анна происходила из обеспеченной семьи. Она была выпускницей Смольного института. Ее прямо у церкви бросил жених, гвардейский офицер. Он просто не явился на венчание. После она много скиталась по миру, по святым местам. В Петербурге ее знали как скитающуюся юродивую. Она якобы предвидела свою смерть. И легенда гласит, что в 1853 году она пришла на Смоленское кладбище, легла на землю и скончалась на этом месте. Хотя ведутся споры по поводу настоящего места захоронения Анны. Могила Николая Копытова. С Блоковской дорожки выходим на Михайловскую. И здесь хорошо виднеется крупный и интересный памятник русского вице-адмирала, главного командира флота и портов Черного и Каспийского морей Николая Васильевича Копытова. Умер в 1901 году. Надгробие представляет собой крупную глыбу, рядом с которой расположен гранитный крест. Глыбу накрывает Андреевский стяг. Он был позже покрашен, и теперь памятник приобрел своеобразный колорит. Его можно увидеть издалека. Он, безусловно, привлекает внимание. Как мы видим, работала над этим монументом мастерская известного нам уже Крутикова. Напомню, что эта фамилия часто встречается на различных надгробиях почти во всех некрополях Петербурга, даже на старообрядческих. Могила Эдуарда Хиля. Идем вперед по Михайловской дорожке в сторону часовни Ксении Блаженной. Если вы гуляете здесь осенью, зимой или весной, то скорее всего увидите часовню издалека. Выходим на Троицкую дорожку, и здесь можно увидеть могилу эстрадного певца Эдуарда Хиля. Старшее поколение его хорошо знает, а младшему он известен, увы, как мистер Трололо. Насколько я помню, видео с телеконцерта «Песни Аркадия Островского» поет Эдуард Хиль попало в руки американскому блогеру Рэй Уильяму Джонсону. Он вел тогда популярное юмористическое шоу. Сам Хиль положительно отреагировал на то, что он теперь мистер Трололо. Все это очень хорошо. Я теперь хочу выступать не под именем Эдуарда Хиля, а под псевдонимом Трололомен. По крайней мере, рассматриваю этот вопрос. Так говорил Эдуард о своем новом прозвище. Часовня Ксении Блаженной. Итак, мы подошли к, пожалуй, главной достопримечательности Смоленского православного кладбища – часовне Ксении Блаженной. Это место популярное и сегодня. Часовня действующая, открыта ежедневно с 8 утра до 19 часов вечера. Ксения Петербургская. Настоящее имя – Ксения Григорьевна Петрова. Умерла примерно в 1802 году. Документальных сведений о ее жизни толком нет. Народные предания о ней пошли примерно в 1840-х.
Говорят, она была дворянского происхождения. Вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. После того, как он умер, она решила избрать путь юродивой. Она отдала дом мужа своей знакомой, а сама облачилась в одежды своего мужа, считая, что он жив, а сама она умерла. Ксения не брала милостыню, а все копейки раздавала бедным. Она вела бродяжнический образ жизни. Ночью Ксения носила кирпичи для строительства храма на Смоленском кладбище и много помогала людям. Так она провела в юродстве 45 лет и умерла в начале 19 века. Ее похоронили на Смоленском православном кладбище. В 19 веке на месте ее захоронения воздвигли небольшую часовню. Позже, по проекту архитектора Всеславина, воздвигли крупную каменную часовню в псевдорусском стиле. Эту часовню несколько раз закрывали, использовали как склад, скульптурную мастерскую и пытались даже снести. Властей напрягали постоянные походы верующих людей к этому месту, которые оставляли здесь записки, царапали просьбы на стенах самой часовни. Среди просьб было и такое: «Помоги сдать зачет по истории партии». В 2003 году над часовней восстановили золоченую главку. Стены сложены из кирпича. Сегодня они окрашены в светло-зеленый цвет. Красивые витражные иконы украшают немногочисленные окна. Карнизы в виде кокошника на передней и задней сторонах фасада украшены мозаичными образами. На одной стороне образ Христа, на другой — Ксении Петербургской. Прах Ксении Блаженной находится под самой часовней. Внутрь заходить я не стал. Туда, как правило, стоят очереди. Совсем рядом, у восточного фасада часовни Ксении Блаженной, находится такая вот скромная могилка, которая принадлежит архитектору Санкт-Петербургского учебного округа и Горного института Андрею Николаевичу Иосу. Умер в 1907 году. Могила Николая Титова. Если пройти чуть далее вглубь кладбища, можно встретить интересное надгробие с любопытной надписью «Дедушка русского романса». Этот мраморный крест принадлежит русскому композитору, автору популярных романсов Николаю Алексеевичу Титову. Умер в 1875 году. Несмотря на то, что русский романс существовал задолго до Титова, ему дали курьезное прозвище «Дедушка русского романса». Связано это с тем, что именно его романсы стали особенно широко популярными. Они пробудили эстетические музыкальные потребности русского общества. Как говорил профессор Андрей Николаевич Бекетов, не было музицирующей барышни, которая не пела бы романс Титова «Коварный друг, но сердцу милый». Здесь сохранилась также надпись, которая гласит, что над этим надгробием работала известная тогда в Петербурге фирма «Модерни и Руджия», мастерская династии итальянских скульпторов Винченцо и Этьена Модерни с 1810-го располагалась во дворе дома 38 по Гороховой улице. Кстати, в этой мастерской были изготовлены надгробия для семьи Тютчевых на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Как видите, стиль узнаваем. О Новодевичьем кладбище обязательно будет отдельный ролик. Не забывайте подписываться на мой канал в YouTube и рекомендовать друзьям. Сам Винченцо похоронен на соседнем лютеранском кладбище. Его мраморный жертвенник с портретным барельефом легко узнать. Сегодня он прячется за деревом. Рядом с могилой Титова находится невзрачный крест, который я даже не заметил и не сфотографировал. Принадлежит он популярнейшей детской писательнице Лидии Алексеевне Чарской. Могила Александры Ратти. Про Александру Ратти я не нашел много информации, за исключением того, что она с мужем владели меблированной комнатой «Бристоль» в доходном доме Суворина, где располагается нынче музей печати. Однако эта статуя ангела напомнила мне одну смешную историю, которую я прочитал в тематической группе в Фейсбуке. Ее написала экскурсовод Лычаковского кладбища. Во время экскурсии ее спросили туристы про некого ангела с дубиной. Мол, что символизируют ангелы с дубинами? Экскурсовод была крайне озадачена таким вопросом и не могла понять, о чем идет речь, пока туристы не подвели ее к одной из таких скульптур.
Так вот, перед нами классический ангел, в руке которого никакая не дубина, а факел, перевернутый вниз. Это символ смерти и скорби, символ того, что жизнь человека угасла. Хотя, если на кладбище зайдет вандал, пусть он думает, что это дубина. Могила Алексея Балабанова. Ну что же, стоит отдельно упомянуть и про скромную могилу режиссера Алексея Балабанова. Она находится в другой стороне кладбища, на пересечении Московской дорожки и Третьей Воронинской. Ориентиром может служить этот старый красивый склеп. Могила Балабанова выглядит обычно. Он сам пожелал, чтобы на его могиле росло дерево. Как говорил его сын Петр Балабанов в интервью для газеты «Петербургский дневник», его могила посещается очень даже часто. Но дело в том, что ему никогда не нравились ухоженные, вылизанные могилы, а особенно памятники и тому подобное. Он хотел, чтобы там была синяя ель. Мы ее посадим. Напомню, что могила режиссера находится именно на Смоленском православном кладбище. На соседнем Смоленском лютеранском кладбище находится старая беседка-склеп, которая известна поклонникам фильма «Брат». Некоторые думают, что здесь и покоится Алексей Балабанов. Хотя это не так. Про эту беседку я расскажу позже в выпуске про лютеранское кладбище. Не забывайте подписываться на меня. Памятник погибшим чинам лейб-гвардии финляндского полка. Но раз уж мы забрались так далеко, то примерно ближе к середине кладбища находится массивная гранитная пирамида на постаменте, которая отмечает захоронение 11 нижних чинов лейб-гвардии финляндского полка, погибших 5 февраля 1880 года в результате террористического акта в Зимнем дворце. Тогда злоумышленники покушались на жизнь императора Александра II. Памятник находится на пересечении финляндской дорожки и Новгородской. Кстати, вы можете легко найти этот памятник, пока идете от часовни Ксении Блаженной до могилы Алексея Балабанова. На создание этого памятника был объявлен конкурс. Победителем стал архитектор Александр Зигельберг. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Это лишь малая часть известных могил на этом довольно крупном кладбище. Руководствовался я близостью к часовне Ксении Блаженной, так как многие приходят сюда именно к Ксении. Чтобы обойти все кладбище, требуется много времени. У туристов часто его нет. Даже я полностью это кладбище не обошел. Не забудьте посмотреть мой другой ролик про Смоленское православное кладбище. Там я обозреваю надгробия, представляющие в первую очередь художественную ценность. С вами был канал «Дом среди лавров». Пишите комментарии, спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на мой канал, на Instagram, на группу ВКонтакте, заходите на мой блог в Яндекс.Дзен, там вы можете посмотреть мои фотографии. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.